Пусть говорят, что романтики вымерли. Пусть говорят, что их нет. С песней и жаждой новых впечатлений студенты Самарского Иракоса собираются в путь через всю Россию в Амурскую область. Впереди 2 месяца ударной работы и веселой студенческой жизни. 15 самарцев будут помогать в строительстве космодрома «Восточный». Всего этим летом на стройку «Восточного» отправится около 1000 студентов со всей страны. Дело ответственное, волнение перед поездкой не унять. Внести свой вклад в строительство, все-таки грандиозное, как сказал Владимир Владимирович, это главная стройка страны, охота помочь. У нас есть передовики труда. Они нам будут помогать, подсказывать. К тому же с нами едут люди, которые в том году участвовали в стройке. Они имеют опыт. Попасть в стройотряд оказалось не так-то просто. Сессию студентам пришлось сдать заранее. Отбирали тех, кто проявил себя не только в учебе, но и в труде. Благоустраивал территорию рядом с университетом, сажал деревья. Помимо трудовых будней, ребят ждут и спортивные соревнования, а главное – опыт. Будет общение со студентами из других городов, к тому же будет общение с подрядчиками и так далее, это тоже опыт определенного плана. То есть уже будет действительно работа, то есть мы хоть и стройотряд, но мы едем работать. У студентов Аэрокосмического университета есть еще один стимул поработать. Первым с Восточного стартует полностью Самарский космический комплекс. Ракетоноситель доставит на орбиту спутник АИС-2, созданный на РКС «Прогресс» совместно со СГАУ. Марина Кравцова, Константин Головин. События.